Напомню, что сегодня 12 июня, великий праздник России, праздник России, день значения России, и вот тут такое вот происходит. Вот, сегодня выходной день, сегодня действует 52-й федеральный закон. Вот, и вот смотрите, идут вовсю работы, Юг-2008 чихал на них, на то, что сегодня праздник, просто чихал, сказал, что это пофигу, да, как бы, и... Хотя сегодня действует 52-й федеральный закон. Я думаю, что это просто уже наплевательское отношение к Российской Федерации. Притом от наших людей, которые здесь же и живут. Вот. Сейчас будем надеяться, что вызовем полицию и будем прекращать все работы. Вот. Закон на нашей стороне. Вот. И вот так это все происходит. Вот Елена подошла. Елена, как ты считаешь, нормально 12-го? У нас вот такой праздник. Поздравляю тебя, Лен. У нас сегодня праздник. Вот этот праздник вот с этими тракторами. Люди выходят гулять в праздничный день и попадают в самую нехорошую вещь. Все, спасибо, пока. Хватит. Сегодня 12 июня. Вот. И вот наконец-то техника уезжает домой. Все-таки дадут людям, наверное, хоть маленький, но праздник. Егор, как вы считаете, нормально это, что он уезжает домой 12 июня? Сегодня же праздник? Ага. Великий, сегодня День России. Это получается презрение Дня России, правильно? Нет. Ну как, значит, это не праздник, если они работают? Ну, наверное. Какой-то вы хитрый. Че? Какой-то вы хитрый. У нас видно, Егор сегодня не выспался. Елена, скажите, а вот это правильно, сейчас он уезжает, да, как бы? Сегодня же... Ну, сегодня вообще никто не должен работать, правильно я понял? Сегодня тем более. Угу. Это значит презрение нашего, как сказать, нашего праздника великого, Дня России, правильно же? Да. Ну вот, нет, он не уезжает домой, как я вижу. Ну как, тогда он... Ну вот как-то так, вот здесь мы сейчас собрали целый парад техники. Он не работает, он гуляет. Генератор включать нельзя сегодня. Он находится в зоне отдыха. Где хочу, там и гуляю. У вас что, строительная площадка, где ограждение? Эй, вай, чина дождь, так и больше на его. Не надо нервничать, собирайтесь, идите в городок, отдыхайте. Сегодня праздник. Шум. Сегодня шумные работы запрещены. Можете копать, можете спокойно, тихо общаться. Но генератор включать нельзя, запрещено. Ну. Генератор запрещено включать по 52-му федеральному закону Российской Федерации. Раз. И сегодня праздник, российский День России. Два. Давайте так определяться. Копайте тихо, копайте. Мы не мешаем, мы там делайте, что хотите, там это самое. Но шуметь нельзя. Ну, вот и все. Чего? Что значит не снимаю? А почему? А скажите, пожалуйста, почему? Вы опять не уважаете Российскую Федерацию, закон Российской Федерации? А, вроде никто не отменял Конституцию Российской Федерации, как я помню. Завтра варите на здоровье, сколько хотите. Сегодня нет. Блин, мы не успели вот там остановить. Ну вот у нас так вот получается. Вот они, звезды Ютуба. А, скажите Кулябу привет, они смотрят. Ну вот. Так что, вот пожалуйста. Если мамы узнали своих детей, вот они, живы и здоровы. И нормально себя чувствуют. Вот дети тоже, увидите своих пап, передавайте им привет через меня. Я им передам обязательно. Называется праздник. Вот. Очередной букет у нас. И очередной букет мы выгоняем.
Вот. Давай, 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 давай. Давай. Выезжай, вот это. У тебя наоборот горячая точка, прям сразу успел снять. Говорит, я такой подъезжает. Ну вот уезжает, смотрите. Вот у нас сегодня все на месте. Сергей Самсонов, Ирина Медведева, вот Егор. Вот. Приятная птица. Как-то так. Вот опять прогнали бабку от один. Еще очередной. Вы отвечаете прямо на камеру, что мы проплачены, так? Так? Потому что так нельзя. Вы доказываете, что мы проплаченные? Нет, подождите. А вы на кого учились? Я врач. А я эколог. Если я приду и скажу вам, что вы не так лечите. Какой вы эколог, если не хотите, чтобы люди отдыхали? Так, это эколог. Здесь особо охраняем природу территории. Почитайте, пожалуйста, знаете, что там написано. Люди должны прийти. Кто на велосипеде? Да, буду сейчас. Сейчас будем. А, кстати, бикинутый трактор. Что будем с ним делать? Вот что делать с трактором, который стоит на пешеходной дороге? Появился второй такой человек, но он может, у него есть не права. Но видео покажи, которое вот было. А я не знаю, я кто снимал видео? А, ну в группе есть. А вот вы врач проплачен, так вы лечите людей. Ну вот. Зачем обязательно снимать? Вообще проблема с трактором. Так, я могу написать, возьмите, пожалуйста. А не нужен паспорт. Возьми, пожалуйста, снимай все, пожалуйста. Да, конечно, Сергей. Давайте. Да, давай. Пройдем. Нет, ну, вы можете свои... Пойдем вместе. Ну, нет, надо... Нет, если я машину снаружи буду. Нет, снаружи я буду писать. Почему знает, ты даже скотина. Ты меня открой. Что там, там кстати, какой же рейс? Видео, где? А это приходит, пускай скандал будет. Мешает работу. Ой, все забрать идет. Ой, ёлки-палки. Страшно, детей наших травят. Можно и дать? А и полиция представилась? Ручка есть еще у кого-то? Ручка есть. Черная можно? Там разговор с душевно больной. Вот здесь Сергей пишет заявление. У вас работы меньше, понимаете, нет больше. Они тут покатались 3 часа и уехали. Они не работают, они бросили... А это то же самое, что... Понимаешь, что получается так, что я киллеру мешаю убить человека, они говорят, не мешайте ему работать. Что он здесь, кому работать? Он встал и сделал. Что с ним делать? Встал, перегородил всю дорожку. Пропуск левый, водитель сбежал. Она еще и говорит о местном пропаде. Когда спрашиваешь про... Но если она врач, она должна по экологии чем другой говорить. Понимаешь, в чем дело? Она не врач, она обманывает. Где написано, что работа запрещена. Это все ерунда. Заезд на работу. Просто все внимание. Я бы человеку не хочу. Надо не с кем поговорить. У нее здесь квартира пропадает, вот она сидит и ругается. Здесь ей квартиру обещали, вот здесь вот, наверное. Сейчас 18:57. Соответственно, 17:57. Ну да, где-то так. Это фирма какая? GBC, да? GBC или какой? GBC.
GCB. G? GCB, Серега. А как она пишется? GCB. SB. Да, как бы? С, вот цвета. Вот. Вот, собственно. А, ну вот тут вот, вот, надо... Нет, это просто... 22-й год, что? Все? Нет, я понял. Большим 50. А, соответствие номера? Да. Проверим. Да у меня... Я фиксирую. У него есть у Иры. Сереж, смотри, я такой, находясь на территории ЭПТ. Сейчас, номер 7419, да? 7419 стоял. Какой да. номер? Да, 74. Нет, подожди, не убирай, не писать. Кажите. 74, 19. Какой? ТМ 71. Да, понятно. Да, тебя Лена ругать будет за то, что ты все криво сделал. Понял? Я и здесь снимал, и здесь снимал. Ну надо вот отсюда, видишь, потому что там не техника едет. зафиксировано. Так, который. Который. А, двигался. Глубины прокрученные стропы. Значит, может быть поддельно. Просрочено или поддельно? Я вижу просроченную пока. Я не могу объявить это конкретно, я же не могу знать. Пропуски. С помощью пишем поддельно, или просроченные пропуски. Да. Да. Извини, это за сегодня первая полиция, которую мы вызвали? Да. А с утра мы не вызывали? Или с утра мы просто? Да я не знаю, кстати. Я не права. Я могу это узнать. Угу. Да? Че, правильно, серый, что-то. Парень хороший. И чепы не снимаю. Тоже хочешь написать? Надо, чтобы еще трактор было видно. Yeah.
Вот. Правильно. Ну да. Наш человек. Будущий эколог. Да, 100%. Ну, они там, смотрю, уже до площадки доползли. Да, вот ужас, ужас. Они начали сдирать уже второй угол. Три, ну, уже в трех местах, я смотрю. А говорят, будет еще у них потом две площадки спортивные, две детские, еще шашлычная зона. Чуть-чуть от лугов не станет. Еще 4-метровая дорога по улице. Ну там живого места уже не будет. Да. Какая еще? Вот это, где они сейчас вот прокатывают вот это все. Да. Поэтому они прокатывают, потому что сохранять его. А что им сохранять? Он говорит, ну какая разница, все равно потом дорогу делать. Угу. Вот тут прокатали. Да, тут же это... просто было луг, вообще ничего не было. Они вот раскатали здесь, вот мы уже прикатывали. Ну, конечно, ну, а что это? Такая вот проедет пару раз. Все. Да. А им лень, у них они обязаны заезжать через город. Да. Им лень. А зачем? Они считают, что приехали работать, и где угодно, там можно ездить. Да. Хозяева же. Они говорят, мы все равно сделаем. Есть, ничего не сделали. Вы видели, что да, это полицию купили, ехали цепь, да, и смотри, электрощитку какие-то. Ну, они там подарили. Изначально говорили туалет. Туалет так и не подключают, ой, лавочки не принесли. Ой, но... пусть и не подключат. Господи. Это тоже не надо. Ну, это в туалете, это боюсь. А потом будет, да, вокруг вот это вот вонь. Да. Да. Ир, какой там номер приказа, по которому там ссылаются все? По поводу техники, это самое, что ничего не делать, или кошмарить. 36? Да. А, это, ну, я поняла. А ПП, да? Детка, оно такое пыль, я тебе не стираю, потом съесть оттуда. Давай, хватит. 330. Дай его, задаю вектор тебе. Ну, не обязательно. Нет, сколько так стоит такая штука? Купите мне такую, ребят. Еще есть со стабилизатором. Это просто, ну, это простая, да? Очень удобно. Ну, этого Самсона там такая. Не надо, Самсон. Говорю, иди сюда, посмотри, какие кроссовки. Иди сюда. Правильно, мальчик, слышал, говорил. Он против застройки, не надо здесь ничего строить. Я тебя цитировать не буду, пойдем на грязный. Надо, чтобы трактор был виден. Вообще, это какой-то другой человек. Он другой, но он, смотрите, опять трактор поедет. Да, это другой. Вот этот... Я не проверил, но он, кстати. Нет. Нет, там главное, чтобы на кого сослаться, вы зафиксировали, не нам. Нам не нужно, нам надо, чтобы на кого сослаться. Так, я пойду тогда сниму это. Никит, пойдем. Документы не будут. Окей, документы не буду снимать. Ну, может, тогда надо его эвакуировать. Ну, вообще нормально. Он спешил, и поэтому водитель ушел. Бросил трактор. Супер вообще. Вот у нас здесь парковка. Не нужен тебе? Нужен. Ну, в этом часто.
туда. Ой, слушай, сюда можешь забраться? Да. Ну чего там? Сейчас Сафтер будет отодвигаться сюда на лук. Ну вот на вот этот. Да. А он водитель? Он. Говорит, он не водитель. Он не водитель. Он не водитель. Он не водитель. Он сказал, что водитель ушел, потому что спешил. Тогда кто управляет трактором? Можете это очень интересно. Вот. Незнакомый человек сел трактор. При сотрудниках полиции. О, да, он так сказал, что приехал, чтобы не мешать. Надо, чтобы еще вас было. Вот он двинулся. А что происходит-то? Ну вот по выставке. Вот трактор брошенный был, выставили. Да. Ну так, пропуск просрочен, водитель убежал, трактор оставил. Сейчас пришел другой, уволил. Ужас, конечно. Нет. А когда будет работать? А нам обещают уже 3 недели. Они сказали, что недели. В этом году точно не будет работать. Сказали, да? Да. Ну, обещали, но... Это вы активисты против стройки, да? Мы инспектора общественные. Общественные инспектора. А мы не против стройки, а за соблюдение закона. Закона чего? Это опыты особо охраняемых природных территорий. А, чтобы здесь не строили ничего, да? Не нарушали закон. То есть заезд техники без пропуска нельзя. Ну, понятно. А с пропуском то можно? С пропуска и схемы передвижения. Схемы передвижения тоже. Но у них нет схемы передвижения. Но у них водитель вот вообще куда-то сбежал. Остановился и убежал. Пропуск левый. А подскажи какой-нибудь телефон линии. Предел 20 тысяч. Ей нужна камера 256 камер. 20, да? Тяжелый был. Ну, тяжелый, я понимаю, что... Отходки пока. Нет, хорошо. А, ты хочешь заявление, в смысле? Да. Хорошо. Я просто приложение не пользуюсь, но такие вещи. Ну да, до цели. Ой, блин, напиши. Ну ладно. Ну, 25 уже лучше, да. Все. Можно? Ты мои данные чуть-чуть. Нет, это без тебя не делаю. Сейчас тебя задержат. Я же их не буду распространять. Ну не знаю, не знаю. Может, они микрокредит возьмут. Извините, ребята, мы просто вызывали не вас. Вызывали полицию. Какие данные? Даже паспорт. Они имеют право писать протокол. Ну, все правильно. Вот я говорю про это. Вызывали именно их. Они ничего не нашли лучшего, как перекинуть на вас. А сколько можно? Ну, так что вот. Это РАМ, это не РОМ. Это оперативка. Там можно коротко написать, ты же указал все заявление. Блин, РОМ дальше, давай начнем. Повторяет одно и то же. Не меньше 4 делают. Все, спасибо. Заявление написано. Вот посмотрите на оператора нового. Да, как бы. Москва в огне. У нас новый оператор. Так что будьте любезны. Пока все. Ну вот у нас сотрудники полиции уезжают. А пока сотрудники полиции уезжают, давайте объяснимся. А, что-то там происходит. Ну да. Семерка это у моего друга, это уже не новый телефон. А как? А у него нет прав, как он поедет? Водительские права. А права-то если нету? Там права сейчас покажут? У нас что-то происходит тут непонятное. Какие-то документы сейчас нам не покажут. Права попросят. Права?
Ну, почему-то тут ездил вообще без прав, получается. Раз так он бежал, то там... Господин полицейский, вы сказали ему уезжать, так я понял? Вы можете сказать, ему можно уезжать, да? Он ко мне подошел, уточнил, могу я... Ну, я говорю, он... Это... Нет, ну, значит, может он. Нет, чтобы для нас, значит, чисто. Да, может. Все, спасибо. Все, вопросов больше нет. Я не запомню. Ну, тут так вот как-то. Ну, вот написали заявление на трактор. Вот. Надо было еще чат фоткать, что он стоит на этом, на грунте. Но уже поздно. А? Уехал. Ну, отпускай. Да, сказали отпустить. А, да, кстати, надо там посмотреть, где он поедет. Куда он поедет? Нет, не торопись. Вот у нас поезжает последний трактор. Все. Вот так у нас как-то все происходит. Спасибо.